с вами изучали уже рефлективное определение. Вот. Начали изучать рефлективные определения. Вот. Они же еще, оказывается, и определенные сущности. Вот эта голова вторая, которая у нас предмет нашего рассмотрения, так и называется – определенные сущности или рефлективные определения. Вот, прежде чем приступить к этому, к этой главе, вот, хочу обратить ваше внимание на то, как надо к этому подходить, потому что, ну, кажется, что сейчас надо вот читать и выяснять, что такое тождество, что такое различие, что такое противоречие, а здесь, оказывается, надо понимать, что мы находимся в сфере сущности, да? И вот, раз мы находимся в сфере сущности, и мы разобрались с видимостью, выяснили, что видимость – это видимость самой сущности, что есть, так сказать, такое некое движение в сфере сущности. Это движение связано с тем, что мы не можем остановиться ни на каком бытие, потому что бытие отрицается сущностью, а сущность, она как бы все время всплывает в виде бытия, как только мы начинаем на нее смотреть. И поэтому получается такое бесконечное движение, которое называется рефлексией. Бесконечное движение здесь никак не связано со временем, не временное, а просто как сами категории так соотносятся между собой, что если сущность есть отрицание бытия, всякого бытия, потому что снятие произошло, значит, мы как только начинаем что-то рассматривать, мы уже его берем с отрицанием, поскольку находимся в сфере сущности. А если мы начинаем рассматривать сущность, так сказать, хотим ее усмотреть, то она равна самой себе, она как бы соотносится сама с собой, раз она сама с собой соотносится, она себя отрицает. Раз она себя отрицает, то опять получается вот это самое движение. То есть это вот покоя такого, что вы вот взяли категорию и спокойно ее изучаем, как мы раньше делали в наличном бытии, этого нет. Значит, но, как вот выясняется при длительном изучении, как мне показалось, и наконец я это дело стал улавливать по прошествии 40 с лишним лет, что как бы вот здесь Гегель в «Учении о сущности» как бы нам предлагает снова, так сказать, начать разбираться с тем материалом, который у нас есть. У нас был материал бытия. Как мы с ним разбирались? Надо для того, чтобы с ним разобраться, надо какую-то определенность, правда? То есть пока вы не нашли определенности той категории, которую вы рассматриваете, определенности наличного бытия, вы ничего не могли, собственно, различать. Скажем, бытие и ничто, они хотя и переходили друг в друга, но они ничем не различались. Абсолютно ничем, да? У них никаких своих определенностей не было у бытия, у чистого бытия, у чистого ничто, у бытия и ничто. А вот когда уже мы различили определенность, определенность есть отрицание. И тогда уже появилось наличное бытие, потом качество, потом реальность, потом отрицание, потом граница, потом конечное, конечное и бесконечное, и вот, так сказать, все это пошло. И потом эти снова определенности стали всплывать уже в количестве, потом мера, и, наконец, снято это бытие. Здесь нам предлагается как бы снова. Вот вы усвоили, что видимость – это сущность, да? Усвоили. Вот теперь, значит, вы хотите сущность теперь, что вы хотите о ней узнать? Надо ее определенное что-то в ней узнать, правильно? А что значит определенное? То есть надо найти определенность сущности. Надо взять отрицание этой сущности. А сущность-то сама по себе отрицательная. То есть, если раньше мы брали определенное наличное бытие, как получали? Наличное бытие с определенностью, наличное бытие с отрицанием. А здесь мы должны что взять? Отрицание с отрицанием. Потому что сущность имеет вид отрицания. Правильно? Снятое бытие, отрицаемое. То есть, не какое-то конкретное отрицание, а отрицание сферы бытия вообще, поэтому мы должны взять определенность отрицания. А что значит взять определенность отрицания? Отрицать – это отрицание. То есть мы применяем тот же самый прием, берем, применяем, почему? Мы хотим что-то определенное в сущности, нам хочется узнать побольше про эту сущность, мы хотим там что-то различать. Что значит различать? Отрицание должно быть, определенность, то есть отрицание. Вот определенное отрицание, это отрицание этого отрицания. Мы пришли к... Да, мы пришли к бытию, совершенно верно, Иван Михайлович. Но поскольку мы находимся в сфере сущности, то мы его сразу
отрицаем. Почему? А потому что в сфере сущности мы должны оставаться. Если вы пришли к бытию, то вы же взять должны его с отрицанием. И поэтому, вот, и поэтому можно сказать, что это бесконечное движение. Бесконечное движение. Тут нет никакого выхода за границу, вы не переходите ни в какое иное, где все-таки можно было передохнуть. Тут сидели, это было нечто, а туда перешли, это иное, или это было конечное, а потом вышло бесконечное. Здесь этого нет возможности для того, чтобы где-то передохнуть, пересидеть, остановиться. И это, конечно, вот, очень затрудняет восприятие учения о сущности. В известном смысле, скажем, учение о понятии даже проще. Потому что как бы снова мы вернулись к бытию, хотя бы и с отрицанием сущности, как снятым сущности. А здесь-то вот даже Ленин писал, что вот, ну, вот ничто переходит, от ничто переход к бытию, это, конечно, может быть, а вот чтобы ничто двигалось к ничто, этого, пожалуй, не может быть. Но слово «пожалуй» он вписал. Пожалуй, это, так сказать, от некоторых сигнал, что тут он с некоторым сомнением это пишет, что может такое быть или не может быть такое быть. Вот, поэтому здесь, если мы твердо придерживаемся того, что мы уже прошли учение о бытии, а бытие снято, то вот совершенно правильно, как Иван Михайлович сказал, что если мы вдруг получаем отрицание, мы все равно должны взять это с отрицанием. И только тогда мы получили что-то в сфере сущности. А раз так получили, поэтому вот ко всем категориям, которые здесь попадаются, нужно вот так с этим подходом и подходить. Ну, в связи с этим вопрос о тождестве. Он говорит, что тождество понимается как формальной логике. В формальной логике как бы считается, что вот тождество, оно исключает различия. Так? А здесь мы должны тождество в сущности брать как что? Как равенство с собой. Но равенство отрицательного с собой. А раз это равенство отрицательного с собой, да, то это, так сказать, то мы должны его... взятие его и его отрицание. А его отрицание того, что мы рассматриваем, если мы рассматриваем тождество, то тождество надо взять вместе с нетождеством. С отрицанием. Все, что мы берем с отрицанием. Поэтому вы не можете взять тождество в учении о сущности, то было бы тождество и тождество. И он по этому поводу говорит, что это вот кажется с одной стороны сложным, а с другой стороны, если я вот вам буду рассказывать, что елка – это елка. Константин Александрович, это понятно? Понятно. Понятно. Ну, да, информация много вам передал. То есть, с одной стороны, люди считают, что вот А – это должно быть только А, и без всякого не А. Или А, или не А. Третьего не должно быть. Если только А, ну, то тогда давайте я буду вам рассказывать. Сущность, товарищи, это сущность. Вот, давайте у нас кружок. Вот, вы должны это усвоить и все повторить, что сущность – это сущность. Видимость – это видимость. То есть, если мы останавливаемся на вот этом равенстве с собой, которое, между прочим, ну, принимается, в общем, в формальной логике, там и в математике то же самое, мы пишем А равно А, имеется в виду, что оно вот такое, то же самое. Хотя, если мы посмотрим это, ну, незамутненными глазами, незамутненной формальной логикой, то же видите, слева вот одна буква стоит, а справа другая. Другая же буква стоит. Как же это одна и та же буква? У них координаты разные. Сейчас вот координаты очень просто вычисляют. Какой-нибудь любой телефон там, ну, достаточно продвинутый, дает возможность, собственно, эти разные координаты даже этих двух букв. И я уж не говорю о том, что как бы вы не изощрялись в написании, никогда вы не напишете точно такое же. И даже если вы это будете делать там полуавтоматическим способом, безлюдным, то все равно, поскольку мы знаем, что всякое написание включает молекулы, молекулы состоят из атомов, ну никак у вас не получится так, чтобы все совпало, они еще находятся в движении. Поэтому в жизни вообще никакого абсолютного равенства без неравенства нету. Вот два атома водорода, они равны между собой или не равны? Они равны и не равны. Если они два, Иван Михайлович, как же они могут быть равны? А между собой. Это вот. Так между собой, так их два. Вот вы даже. Вот Гегель об этом пишет. Вы отдайте отчет в том, что вы говорите. Если вы сказали два.
Ну ведь два же это. В разных местах. Вот если они вот нам, ну, в этом же месте, и один через другой проникает, то это не два. А это есть просто одно. А если два? Вы сказали два. Так а что, вы отказываетесь от этого, что это два? А между собой, не так? Нет, ну это два. А между собой? А свое между собой? Если два, два, хотя они равны, как неравны. Они тождественны, как два нетождественных. То есть тут есть и тождество, и не тождество, и только так. То есть каждое тождество, это что такое тождество с этой точки зрения, вот теперь? Вот мы теперь берем и берем как бы равенство этого сущности с собой. Равенство сущности с собой, она же отрицательная. А равенство отрицательного с собой предполагает, что она отрицает самое себя. А раз она отрицает самое себя, значит, это не равенство сюда включается. Она может быть равенством с собой, только будучи равным с неравенством. Тождественным с неравенством. С нетождеством. Потому что тождество на самом деле, это абсолютное тождество, это тождество всего совсем. А если оно абсолютное тождество, то все совсем. Это тождество, и нетождество. Если оно абсолютное. Поэтому тождество, которое берется без нетождества, такого тождества нету, не может быть. Всегда есть с нетождеством. Вот. Вот что по этому поводу. Всего тут про тождество написано очень просто. Сущность есть простое тождество с собой. Ну, про сущность-то мы уже знаем, что она отрицание бытия. Раз она отрицание бытия, она уже отрицание, если мы тождество возьмем как просто равное на самому себе, то она и отрицает это равное самому себе. Поэтому оно... Это, говорит, существенное тождество. Поэтому оно не абстрактное тождество. Не возникло через относительное подвергание отрицанию, которое происходило бы вне его и лишь отделило бы от него то, что от него отлично. То есть мы не топором отсекаем, и не ножом отсекаем, и не рубанком отсекаем все, что ему не тождественно, а мы берем его так, как оно есть. Отрицательность бытия в себе и есть само тождество. Простая отрицательность бытия в себе и есть само тождество. А тождество вообще есть то же самое, что и сущность. Да, конечно, тождество – сущность, потому что это категория сущности. То, что тождество – сущность, то она, но она не вся сущность, потому что есть другие категории сущности – видимость. Видимость – ведь тоже сущность, поэтому можно сказать, что она и не сущность. Не сущность вообще, а конкретная сущность. А тут сущность как тождество, а есть сущность как видимость, а есть сущность как разность. А дальше вот идет дальше следующее, когда мы берем различие. Вот различие. Различие – это отрицательность, присущая рефлексии в себя. Но вы хотите рассмотреть различие, значит, вам придется на него смотреть. Несмотря на то, что оно равное самому себе отрицанию, то есть оно все время от себя же отталкивается и норовит перейти в другое, вы хотите его удержать, правильно, в своей голове? Вы хотите его удержать, взять его как бытие. А оно отрицает себя. Но поскольку вы его хотите удержать и взять его как различие, то есть взять его как тождественное самому себе, правильно? Вы хотите различие понять? Чтобы его понять, надо его взять, чтобы оно было равно самому себе, правильно? Как равное самому себе. А если оно расползается у вас, как же вы его поймете? Если оно переходит просто в другое. А вы хотите понять именно, что такое различие? Хотя... Как выясняется из дальнейшего, как бы вы ни пытались это вот его отделить от тождества, но раз вы берете его, раз вы его берете, оно тождественно самому себе, как различие. Различие различию тождественно? Различие различию тождественно? Герасимов тождественен? Герасимов рознь. Юрков тождественен, а Герасимов рознь. Это уже не философия. Как не философия? Самая философия пошла. Но это к сущности относится. То есть
То есть не может быть различия такого, чтобы мы не усматривали там тождество. А какое там получается тождество? Тождество, вот, тождество с нетождеством. То есть, но только в первом случае было тождество, в котором мы нашли нетождество. А когда мы берем различие, мы берем нетождество, в котором есть тождество. По-другому различие мы берем, не так, как тождество. Одно дело тождество с нетождеством, а другое дело нетождество с тождеством, согласитесь. В одном случае мы на тождество делаем упор, и оно как бы то самое бытие, которое мы отрицаем. А в другом случае это нетождество, которое мы рассматриваем как бытие, и тут же его отрицаем. Поэтому у него такие формулировки там есть, только мы его берем в процессе его ухождения. Или... Снятие? А? Снятие? Снято. Уже снято. Поэтому, значит, поэтому здесь вот у него есть замечательное место, вот у меня в маленькой книжечке на странице 39, ну, вот это на второй страничке, вот там, где различие. Различие есть целое, его собственный момент. Какое целое? Какой собственный момент? Значит, различие берется как само, как различие, в котором есть и тождество, и различие. Значит, различие или не тождество? А не тождество, и не тождество, в тождестве это и есть различие. То есть это просто разные слова для обозначения одного и того же? Нет, для обозначения того, что вы берете когда тождество и в нем различаете, то это будет различие. А не тождество? А не тождество, если вы его вырвали из контекста, оно у вас не тождество, а тождественное себе не тождество, то есть тождество. Вы его взяли как отдельно от тождества, и тогда вы его взяли... Получилось, что вы-то взяли его отдельно, оно превратилось в тождество, потому что тождество не тождество с собой. И никуда от этого не денешься. А вот здесь вот это вот очень интересный и очень важный момент, и я хочу на это ваше внимание обратить. Различие есть целое, его собственный момент. Что значит целое? То есть различие как целое берется, так? В котором есть два момента. Какие? Тождество и различие. Значит, различие вот в этом случае берется как целое, различие как целое и различие как момент этого целого. Различие как момент различия. Почему как момент различия? Потому что есть другой момент различия – тождество. А раз есть другой момент, то различие выступает двояко, как целый свой момент. Вот это очень широко употребимая, так сказать, формула у него и очень важная, потому что, скажем, вот мы говорили всегда, там примеры приводили, вот человек со своим отрицанием, с недостатками, да? Значит, человек тогда, если у него есть недостатки, таких людей, которые, по крайней мере, в кружке у нас таких, у которых нет недостатков, нет. Они, может быть, есть за рамками. Ну, и я думаю, что среди тех, кто даже смотрит вот наш кружок, тоже нет которых людей без недостатков. А что такое мой недостаток? Это мое отрицание. Значит, я выступаю двояко. Как я, как целое. И еще как я, как момент, который противостоит другому моменту. Во мне есть, борется я и не я. Я и мое отрицание. Поэтому я выступаю и как целое, и как момент этого целое. А другой момент – это мое отрицание. А отрицание? Отрицание тоже выступает как целое, в котором борется. Это вот то, что противоположно этому отрицанию, то есть это вот самое я. Так? И поэтому и отрицание тоже есть целое и свой момент. Ну, в данном случае мы говорим о чем? Что вот если мы берем тождество, то теперь тождество должно быть в различии, вы берете сторону тождества. Вот это тождество – это целый свой момент, а другой момент – не тождество, то есть различие. А если вы берете различие, то оно тоже целый свой момент. Это различие, а в нем еще есть различие и тождество. И вот здесь что говорит? Это следует рассматривать как существенную природу рефлексии и как определенную первопричину всякой деятельности и самодвижения. И причем это курсивом. Определенную первопричину всякой деятельности и самодвижения. Это на чем построено самодвижение? Почему оно получается? Потому что целое имеет в себе противоречие. Еще тут слово «противоречие» он не говорит, но если это целый и свой момент, это понятно. То есть фактически это противоречие. И вот это вот противоречие, ну, он потом это оформляет как противоречие. А здесь уже получается, что... Появляется самодвижение. Противоположности. Ну, еще не говорит он, что противоположности. А кто же они? Отрицают друг друга, отрицание. Тождество и не тождество.
Два момента то. Два момента, а они два момента различия. Одного. А раньше у нас, когда мы сущности изучали, у нас не было двух моментов нигде. Двух моментов различия не было, а мы еще различия не изучали, Иван Михайлович. А вы хотите без различия противоречия понять? Мы до различия только дошли. Это вы такой грамотный, а мы не грамотный совсем. Мы еще только первый раз увидели различия. И вот в различии-то теперь, вот мы моменты рассматриваем именно в различии, где важно, где мы рассматриваем, где мы находимся логически. Мы находимся в различии. Вот в различии появляется вот этот целый свой момент различия. А дальше мы акцентируем внимание, что это такое за различия, какие? А когда мы в бытии изучали моменты, мы там не думали об их различиях. В каком бытии? Мы не знаем такого бытия, мы знаем тождество. В каком бытии? Мы бытие не тут не изучали. Ну, сущность уже снятое бытие. Ну, так мы о сущности уже мы забыли, все. Мы сейчас изучаем сущность, вы нас возвращаете назад. Куда вы нас тянете? Моментом. Нет, вы нас тянете назад в бытие. Оно снято. Мы нас уже что, туда не вернёшь. Что, а? Все по новой. Ну, получается, все по новой, да. Все по новой, но снято. Мы увидели моменты новым взглядом. Мы новым взглядом увидели моменты сущности. А то были моменты бытия. Вы о чем говорите? О моментах бытия? Это мы уже проходили. В моментах бытия нет различия. Нет, мы уже их проходили. Мы очень важные люди, и мы обратно не возвращаемся. Мы изучаем моменты сущности. Пропусти меня, Павлович. И бытие, как раз мы смотрели, что там нет различий, все время они одно и то же. А где вы там различия? Там различия разве? Там разность была. Разность. Там не было разности, там разные были. Разные, просто. Много разные. Разные и все, а разности не было. Разные, не различия. Они просто разные, они там различия не было вообще. Даже не они ничем. Вот вспомните, там вот говорилось, что чистое бытие и чистое нище ничем не отличаются, они просто разные, и все. Не различные, а разные. А здесь мы добрались до различия, вот в различии тогда уже. И дальше, если мы начинаем... Ну, радость у нас там снималась все-таки, не надо. Радость снималась, когда мы говорили... И что? А различие-то не появлялось? Отрицание... Говорили, что это... Не разность, там не разность снималась, а разность бытия и ничто. У нас не было просто разности. А здесь просто разность как категория сущности. Да. Различие. И различие само по себе. И различие – это различаемое. Да. И это различие очень сложную структуру имеет. Это единство тождества и нетождества. Причем при этом моменты различия – это, во-первых, само различие и в нем два момента, а еще потом выясняется, что это тождество, а в нем тоже два момента. Тождество и различие. Сейчас, как только мы различия... Что различие снималось, не надо. Вот прям пишет, а наличное бытие, как снова равное саму себе, благодаря снятию различия. Снималось там различие. Мы просто не знали, что это так, что такое. Такое. Да. Снималось различие. Не без слова употребляет, потому что без слов невозможно объяснить. Но не как категория. Значит, просто они значит, различные, да. Но не как категория. Значит, он вдруг специально говорит, они ничем не отличаются. Они там есть специально, говорит, ничем они не отличаются. Поэтому это хоть и снятие различия, но это снятие различия лишь как разного. А что такое разное? Вот здесь выясняется, разные они как раз, когда мы абстрагируемся от того, чем они отличаются. Вот снова тут получается, снова они разные. Вот сейчас появится категория разности, и она еще более сложная, это уж если так говорить. Различие. Что сложнее, разность или различие? Конечно, разность. Разность сложнее, потому, потому что разность... Различить. Ну, ага. Поэтому там-то мы говорили просто разное, я-то нажимал на более крупные. А вы, так сказать, говорили, вот они различные. Ну, а чем различные? Ничем они не различны. Не вы найдете там различия никакого. Сколько бы вы ни исследовали чистое бытие и чистое ничто. Тождество и различия не различные. Тождество и различия различные. Они противоположны. А бытие и ничто не противоположны? Нет. А что там противоположно? Одно в другое переходит, и все. Нету там противоположности. Противоположность – это категория сущности. Переходит. Ну, пусть переходит. Чем они различны, если вам кажется, чем они различны? А? И чем бытие и ничто различны? Чем оно бытие и ничто различны? Вот вы изучали? Чем? А Ленин пишет, нет ничего более различного, чем бытие и ничто. Все мы видим. Нет, ничего. Ничего более нету, но и нету различий все равно никакого.
Ну в чем различается? Вот Кирилл Валерьевич выступает и говорит, есть различия. В чем различие? Где я ничто? Мы уже с вами знаем, что определенность – это отрицание. Что там, какое отрицание? Там нет еще отрицания никакого. И без отрицания нет никакого различия. Нет определенности даже никакой. У бытия и ничто определенности даже. Не только определения нет, определенности нет. О чем вы говорите? То есть мы берем такие абстрактные понятия, относящихся к сфере бытия, у которых просто о различии просто невозможно говорить. А словами разными они называют это ничего? А вот мы теми словами называем, которые вот здесь вот определяются, действительно, вот здесь только определяются. Словами-то мы такими называем. Слова-то мы любые можем употреблять. Но мы должны понимать, что у нас, какие категории у нас обоснованы уже, как бы выведены, а какие категории не выведены, а просто употребляются. А потребляться, пожалуйста, употребляйте, что хотите. Вот вы, например, картошку не выращиваете, а ее едите. И что? Ну, едите же вы картошку, но выращивали-то не вы. Что? Так что, а разница в том, что вот вырастить картошку и съесть картошку – это разные вещи. То есть, там вы съедали эти определения, эти вот формулировки, там и отличия, и разность, а вы их еще и не освоили. А вот сейчас мы их только осваиваем, вот сейчас. Вот теперь мы теперь понимаем, что мы там делали. А тогда мы это делали, этого не понимали, мы видели, просто они разные, и все. Бытие и ничто. Там есть у него, он говорит, они ничем не отличаются. То есть, там было начало, это неразвитый результат. Но да. Теперь мы развиваем его. Теперь вот Гал специально пишут здесь. А так называющий себя обыденный или здраво-человеческий рассудок, поскольку он отвергает нераздельность бытия и ничто, пусть попытается отыскать пример, в котором одно оказалось бы отделенным от другого. Нет, там напишите, впереди написано «Для Герасимова». Они бы не отличались, их бы разными словами не называли. Почему? Потому как вы можете разными словами назвать то, что ничем не отличается? А вот как вы можете одним и тем же словом Герасимов назвать человека, который все время отличается сам от себя постоянно, если он развивается, конечно. Если вы будете настаивать, что вы не развиваетесь, что вы просто... А это подразумевает. А? Это подразумевает. Как подразумевает? Ну как, вы все время же отличаетесь от себя. А, человек, который, во-первых, вы дышите. Да. Во-первых, вы дышите. Во-вторых, у вас, так сказать, работают органы пищеварения, у вас кровеносная система, у вас во всех клетках. Возьмите вот стол, вот вы по нему рукой провели, его уже слой с него стерли, это уже другой стол. Да, как что? Так вот он ставил, равен себе как неравный. Да. Он тождественен себе, как тождество не тождественного. Вот это мы должны и усвоить. И никакого другого тождества не бывает. Никакого другого тождества не бывает. Бывает тождество не тождественного. А не тождество, может быть, только не тождество тождественного. Вот вы сказали как раз очень хорошо два. Берем два. Ну, если вы взяли два, вот и все, они уже разные. Раз вы взяли два, и никуда уже от этого не денешься. Потом для того, чтобы определить, что он поменялся, нужно его сравнить. Провели, ну просто то же самое стало. Да мы даже и так знаем, что это, даже если мы ничего не сравнивали, все равно меняется все время. Он же стареет. Но не будем о нас говорить. Стол стареет, а мы никак не стареем. Особенно я. Особенно Константин. Мы с Константином Константиновичем, как самые нестареющие, тут за столом и сидим. Да. За стареющим столом. За стареющим столом мы сидим как самые нестареющие. Равные самому себе. Равные самому себе. Не надо о грустном. Так, ну вот, а дальше получается, дальше как бы окукливаются эти вот две стороны. Во-первых, тождество, которое различие, как раз оно содержит в себе тождество. Оно, значит, некое целое представляет собой. А есть то тождество, в котором есть различие, тоже некое целое. А раз и это целое, и в нем есть два момента, то они, ну, разные получаются, правда? Одно дело тождество с различием, а другое дело различие с тождеством. Согласитесь, это разные же. Хотя и там есть целое. Все, есть оба момента. И в этом есть оба момента. Ну вот они именно поэтому они успокаиваются такие, и они просто разные. Потому что здесь вот теперь и непонятно, как, чем они отличаются. Они разные.
И поэтому, а дальше, если мы их берем как разные, тогда мы уже о них говорим так, что у них есть, они с одной стороны одинаковые в одном отношении, а в другом стороне отношения не одинаковые. И вот эта вот одинаковость, не одинаковость, это вообще отсутствие указания на то, чем они отличаются. Сам факт констатируется, что они вот один, вот тут они одинаковые, тут они одинаковые, одинаковые и не одинаковые. То есть категории вот этого разные, ну, разные достаточно простая категория, одинаковые и не одинаковые совсем уже простая категория получается. Ну, внешне простая, хотя она всегда это все включает. То есть она стала как бы безразличной. Все туда включено, и поэтому они просто вот, то есть одинаковость, не одинаковость. И вот эти две, одинаковость и неодинаковость, они уже друг другу противополагаются. Раз одно одинаковость, не, вот оно, одинаковое и неодинаковое есть неодинаковое с самим собой. Следовательно, одинаковое и неодинаковое есть неодинаковое с самим собой. Каждый из них неодинаково с самим собой. А раз оно не одинаково с самим собой, оно каждое. А зачем слово неодинаково, когда слово есть равен самому себе? А зачем Гегелю слово «равен», когда он говорит об одинаковости? Он о равенстве уже говорил. Где? Когда вы говорили о ничто во в себе бытии. Проехали уже. Здесь уже речь пошла о категории одинаковости и неодинаковости, которая включает в себя тождество и различие. Каждая из этих категорий, одинаковость и неодинаковость, включает в себя тождество и различие. И вообще, но относятся они к категории разности. Разность себя проявляет как одинаковость с неодинаковостью и неодинаковость с одинаковостью. Разность выражается в одинаковости с неодинаковостью и в неодинаковости с одинаковостью. А вот если так их взять, то они уже не просто то, что только разно, вследствие положенности переходит, стало быть, в отрицательную рефлексию. Одно другое отрицает. Неодинаковость с одинаковостью отрицает одинаковость с неодинаковостью. А одинаковость от слова «один» – значит, одно только может быть? Это от слова «один». Только начали с этого слова, окончили не тем. Начали с одного, окончили другим. Поэтому вот оно «от слова». От слова вы этого уходите, когда вы «от слова». Вы не к слову, а от слова. Или как, к слову хотите сказать? Или от слова? Просто от слова, то она и уходит от слова, вот она и отрицается. Одинаковость отрицает одно. Мы это уже видели, когда мы говорили в самом начале, когда мы говорили о снятии становления. Да. Становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Единство там что означает? Одно? Застолье беспокойное единство. Нет. Отрицание. Снятие беспокойного единства – это снятие, беспокойство, и, не, подай, прежде чем простое, это снятие, единство означает, что там много. Единство означает много, а у вас, а вы сейчас утверждаете. Простотой, это когда оно снялось, оно простотой стало. А пока было единство, там вот, как раз оно и сложное. Я только тогда говорю, как говорят, партия – это единство этих взглядов. Но это если единство взглядов, значит много членов партии. А если один человек говорит про него, что у него единство взглядов, но это значит, что он, по крайней мере, хоть последовательно держится каких-то взглядов, он сегодня у него такие же взгляды, как и вчера. Но это не про всех, можно сказать. То есть, конечно, мы вот видим, что то, что мы раньше не замечали, какой смысл этих категорий имеет, мы теперь замечаем, обращаем на это внимание. То есть, что дает изучение диалектики. Это такую зоркость, большую внимательность в восприятии категории и в использовании. И вот смотрите, что получается, что то, что только разно вследствие положенности, то есть, а положенность – это что? То, что берется с отрицанием, то положено. Вот положенность, если вот можно было вот так изобразить. Вот я, вот это вот положено, видите, да? Вот. Это книга, которая уходит со стола, она положена на стол. Потому что положена на стол, она и лежит, и положена. Она и будет положенностью, она будет туда лежностью. Она положенность, она есть только в своем отрицании. В отрицании. Знание усваивается только в своем отрицании, Иван Михайлович, как положенность. Только ты их думаешь, что усвоила, они вылетают обратно. И опять приходится их усваивать снова. Обратно такого преподавателя?
У преподавателя, прежде всего, они вылетают. Поэтому можно сказать про преподавателя этого кружка, что он с 68-го года пытается это дело вот положить себе в голову, а оно оттуда вылетает. И для того, чтобы это удержать, он специально преподает. Чтобы, может быть, таким образом он удержит. И это во-первых. А во-вторых, пусть помучаются другие также. Потому что ему не хочется одному только мучиться, пусть другие тоже помучаются, поудерживают. Мозг отправляет народное тело. Нет, мозг призывает другие тела, пусть они тоже помучаются, и тогда ему будет не скучно, этому мозгу. Так вот, то, что только разно, вследствие положенности, переходит, стало быть, в отрицательную рефлексию. Отрицательная рефлексия – это по отношению к одинаковости и неодинаковости. Вот одинаковые и неодинаковые. Вот это разные, разные. А как может рефлексия быть неотрицательной? Что бывает положительная рефлексия? Рефлексия же – это отражение, она же отрицательная и есть по жизни. Может быть, потому что тождество тоже рефлексия, но положительная. Тождество? Да, тождество это, это рефлексия, но как положительная. А различие это рефлексия как отрицательная. А ничего такого абсолютно отрицательного и абсолютно положительного нету. Тут уж ничего не поделаешь. Вот, разное есть такое различие, которое только положено. Что значит только положено? Оно и различие, и не различие. Потому что вы должны взять это, вот то, что оно различие, с отрицанием различия, то есть с тождеством. Вот все время вам напоминают, вы взяли хлеб, соль возьмите, взяли соль, хлеб возьмите. И обязательно даже хлеб, соль вам говорят. Вам не говорят, вот к вам хлеб, вам говорят, вот хлеб, соль. А? Взяли водку, закуску возьмите. Да, взяли закуску, без водки это как? Это тогда не закуска. Тогда она и не закуска. Нет, так раньше. Не, ну если вы взяли закуску, то точно уже. С икрой. Не с икрой, а не с икрой. Это в Магадане. Вы оттуда? Закуска же это еда просто. Народ знает, что такое закуска, его не обманешь. Так. Таким образом, сами одинаковость и неодинаковость, положенность. А положенность – это одинаковость с неодинаковостью, и неодинаковость с одинаковостью. Потому что не бывает одинаковости без неодинаковости. Если я сказал что-то одинаковое, то там есть неодинаковость, правильно? Ну, приведите мне пример одинакового, чтобы там не было неодинакового. Вы сразу, как только вы скажете «два одинаковых», все, уже приехали, приплыли, уже два, все. Там уже неодинаковость, уже разные их точки, координаты на Земле, в пространстве. Таким образом, сами одинаковость и неодинаковость, положенность возвращается через безразличие или в себе сущую рефлексию обратно, в отрицательное единство с собой, в рефлексию, которая в себе самой есть различие одинаковости и неодинаковости. Разность, безразличные стороны которой точно так же суть всецело лишь моменты, как моменты одного отрицательного единства, есть противоположность. Безразличные стороны, которые, они вроде безразличные, почему они безразличны? Ну, с виду безразличные. Выступают как безразличные. Вы же понимаете, что если они все-таки стороны, одинаковость не одинаковость, и не одинаковость с одинаковостью, они различаются как безразличные. Раз они безразличные, это, в них отличается различие. Раз есть, отрицается различие, значит, есть, значит, они в этом смысле, раз каждое отличие, так они и тождественны, как отличающиеся. Это отличается, это отличается. Вот и тождественность сразу. Ты никуда от них не уйдешь, от этой второй категории. В чем, собственно, суть? Вот здесь очень хорошо в учении о сущности видно, что то, что Гегель поставил вот с самого начала, и можешь подумать, как он это все вот делает. Потому что он поставил задачу нигде этого от второй противоположной мысли не уходить. И смотреть, что, какая тут противоположная мысль. Все надо взять противоположной мыслью. И, а тут особенно это вот ярко учение о сущности видно. А дальше, то есть тогда можно говорить о противоречии, когда вот эти одинаковость и одинаковость вступают в единство. Пока нет единства, нет противоречия. Вот этот переход в противоречие, он связан с тем, что... Вот к противоположности. Противоположность. Определенная рефлексия, различие завершена. Противоположность есть единство, тождество и разности. Ну что тут, тут очень просто. Противоположность есть единство, тождество и разности. Вот он их рассматривал, разбирал, а все потом свернул. Единство, тождество и разности. Это у нас не вызывает никаких вопросов. Противоположность есть единство, тождество и разности. Ее моменты в одном тождестве разные. В этом смысле они противоположны.
тождестве они разные. Не просто разные, а в тождестве они разные. Вот что подчеркивается, что они только... Если разные, то почему обязательно противоположные? А потому что разные в тождестве. Вот капиталисты и рабочие могут только быть противоположностью только благодаря тому, что это рабочие и капиталисты находятся в единстве. Нет рабочих без капиталистов наемных, и нет наемных рабочих, и нет капиталистов без наемных рабочих. А производство – это производство? А? Единство – это производство? А это единство – это каждый из них есть единство. Капиталисты – это единство капиталиста и рабочего, а рабочий – это единство рабочего и капиталиста. Согласны? Потому что в понятии рабочий предполагается наемный рабочий. Потому что когда мы уже говорим рабочих коммунистического общества, это уже другое совершенно единство. А здесь, когда мы говорим о рабочем капиталистическом обществе, вон понятие рабочего здесь включает. Это наемный рабочий, который нанялся на работу капиталисту, продал свою рабочую силу. А капиталист без рабочих, он никакой не капиталист. Даже далекие капиталисты от производства, те, которые являются рантье, и которые просто собирают проценты, так сказать, всех денег, которые они положили в банк, в силу этого братства капиталистов, которые сводятся к тому, что неважно, куда я вложил, а важно, сколько я вложил, а я получу равную прибыль на равный капитал, они все равно смыкаются с этими самыми рабочими, которые производят прибавочную стоимость. И на эту прибавочную стоимость капиталисты и живут. И поровну делят ее, как у них дележ, не по количеству капиталистов, а по капиталу. Если Мордоин внес 2 миллиарда долларов, то ему это одна, а если Шабасов 3, то ему больше полагается прибыли, да, в общую кассу. А общая касса, она никуда не передается. Это вроде частная собственность, но они же держат ее, считают свое. Один 3 миллиарда, другой 2 миллиарда. Этот полмиллиона. И время от времени, когда они топят этот мелкий бизнес, говорят, надо его поддерживать, когда они очередной раз его окунают и уничтожают, они говорят, надо его поддерживать обязательно. И капитал поддерживает. А? А капитал здесь поддерживает. Да, он поддерживает. Так на 2% и живут. Да. Вот. Вот мы получили противоположность. Вот мы дошли до противоположности, что очень важно. Противоположность определенной рефлексии различий завершена. Противоположность есть единство тождества и разности. Ее моменты в одном тождестве разные. В этом смысле они противоположны. В одном единстве они разные. Не как-то они разные, и как будто мы абстрагируемся от единства. Нельзя абстрагироваться от единства. Только когда в одном единстве они разные, тогда это противоположность. А вот теперь дальнейший ход, ну, я его там, так сказать, упреждаю. Вот возьмем одну противоположность. Вот есть противоположность. Есть одна сторона, другая сторона. Она единство, тождество и различие. Поэтому каждая сторона – это все целое. А раз каждая сторона целая, ну, тождество и различие. Но если у вас противоположность тождеству и развитие, то вы понимаете, что каждая из сторон тоже тождество и различие. Вы же не так не отделите, это не в одном единстве же. В единстве же они, эти стороны. Значит, если вы берете сторону тождества, то в нем есть различие. А если вы берете сторону различия, то в нем есть тождество. Значит, каждая из этих сторон тоже противоположность. А когда вы досмотрели этот факт, для себя осознали, что каждая из сторон противоположность, сама противоположность, тогда это противоречие. То есть они опять стали одинаковыми. А капиталисты и рабочие, капиталисты тоже целые? Да, конечно. Конечно. Потому что капиталиста без рабочих нету. Он никакой не капиталист. Как только вот это сразу видно во время забастовки. Как только рабочие перестают работать, капиталисты восстановились. Все. Он как-то сказал, что капиталисты это как бы целые. Вот, да, по себе. Конечно. Не сами по себе. Конечно, целые. Они сами по себе не могут быть капиталистами. Я поэтому и говорил, что, скажем, те, которые считают, что они капиталисты, отдельно существуют, как вот рантье, которые просто деньги положили, вот капитал, и вот капает им прибыль. Они все равно, они капают-то на... Капиталисты не целые, это только одна сторона может быть. Она одна, это целая, как капиталистическая сторона, это целая, это капиталист, в котором два момента, капиталисты и рабочие. А рабочие это тоже целые. Капиталисты и рабочие.
Ну как, ну капиталист же не может быть. Рабочий тоже такой рабочий. Да, конечно, рабочий – это человек, который обеспечивает прибавочную стоимость капиталистам. А капиталист… Нет, еще раз я повторю. Давайте так сформулирую, чтобы было ясно, что это целое. Капиталист – это человек, который живет на прибавочную стоимость, создаваемую рабочими. Вы... Понятно. Нет, нет, непонятно. А вы видите, что и в этой формулировке рабочие сидят в этой формулировке. Конечно. А теперь рабочие – это те, которые… вырабатывают прибавочную стоимость, для, поглощаемую капиталистами. Вот вам, пожалуйста. Вот тут есть различие, единство. И это единство. И есть и тождество, есть и различие. Но все-таки одни рабочие, а другие капиталисты. То есть рабочие тождественны капиталисты. Да. Если вы не забываете, что тождество – это тождество различного. Только в этом смысле. Когда вы говорите? А в том, что одни рабочие, а другие капиталисты. Нет капиталистов без рабочих. Мы же сейчас сущности рассматриваем, а не сущности капиталисты. Сущности рассматриваем. Внешнее их бытие, их разное. Да, кстати, они разные совсем. А сущность рассматриваем. Сущность у них одна. Уничтожьте капиталистическое общество, капиталистическую эксплуатацию, не будет ни рабочих наемных, не будет и капиталистов. А что будет? А будет уже, будут рабочие. То есть сущность рабочего буржуазного общества такая же, как у капиталистов. Да, потому что сущность их устройства общества. Вообще сущность людей общественная. Маркс и Энгельс в немецкой идеологии говорит, что действительная, там не просто сущность, а действительная сущность в общественных отношениях. Действительная. Не такая вот, которая там, мы посмотрели сущность на первый взгляд, а действительная сущность в общественных отношениях. Вот эти общественные отношения надо уничтожить, не говорить, что надо уничтожить просто капиталистов. Нам не капиталистов надо уничтожить, их надо уничтожить как класс. А уничтожить как класс – это переизменить общество, сделать общественную собственность. А уничтожить... кто же их уничтожит, если у рабочих сущность такая же, как у капиталистов? Рабочих. Вот именно только потому, что у них они в единстве с капиталистами, они могут уничтожить. Я могу уничтожить только того, до кого достану. Вот для того, чтобы уничтожить своего противника, надо до него добраться. Вот рабочий может добраться до капиталиста, потому что он в единстве с ним. Например, всякая забастовка останавливает капиталистическое производство. И его законы, вот скажем, есть закон абсолютного обнищания, он вот так означает все время. Ну, даже сейчас особенно это видно. Вот идет инфляция и понижается жизненный уровень. Раз забастовка и скачок. А что такое забастовка? Это остановка экономических законов. Это не экономическое мероприятие, это классовая борьба. А потом опять пошло. Поэтому, скажем, вот я график рисовал, как меняется, так сказать, потребление рабочих. Оно вот так меняется. Так только график везде – это функция, убывающая в каждой точке. Кусочно непрерывная. То есть она непрерывная, потом забастовка непрерывная. И каждый раз она везде убывающая. А конечная точка может быть выше в итоге. Но не из-за экономических законов капитализма, а из-за забастовочной борьбы, из-за классовой борьбы рабочих. Хотите повышать зарплату – повышайте ее. А если бы они не в единстве были, невозможно было бы ничего сделать. Ну вот как говорит Гегель еще в самом начале, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Или если войско хочет уничтожить другое войско, оно должно вступить в единство, начать боестолкновение. Если оно не вступило в единство, не превратилось в одно с ним, в одно. Это одно, это вот бой, это вот единство двух противоборющихся сторон. И классовая борьба предполагает два класса, причем эти два класса, они характеризуют сущность капитализма. Эти два класса. Связаны. А? Они друг без друга, их нету просто. Их нету друг без друга. Вот, скажем, мы в этом смысле, что такое уничтожение кулачества как класса? Его никто их не уничтожал, как таковых. Взяли и увезли. Это самое гуманное, что можно было сделать. Вот негуманно это можно было бы, так сказать, арестовать как противников, как тех, которые занимаются эксплуатацией, как эксплуататоров, и подавить как эксплуататоров. Как делала буржуазия. Она брала просто и отрубала головы, когда она боролась с феодалами, так? И никаких гвоздей, никаких переселений. То есть взяли они феодалов, переселили к нам в Сибирь, попросили у нашего царя место и переселили. Это было бы гуманно. Оно такой гуманизм не проявляло. А вот товарищ Сталин проявлял гуманизм. И сказать, вообще, сказать, государство пролетарское. То есть оно переселяло. Ну а тех, кто
мешало этому процессу, вот, оно их подавляло. Всякое государство подавляет своих противников, иначе противники подавят это государство. Всякое государство репрессирует своих противников. Нет такого государства, которое бы не подавляло своих противников. Рабов подавляли рабовладельцы, феодалы там подавляли восстание крестьян и самым жестоким образом, да? Да. И это общий закон. Не хотите, чтобы подавляли, давайте уничтожим классы, и никто никого не будет подавлять, не будет государства. Государство нужно только тогда, когда есть классы. Если есть хоть небольшое различие в неравенстве, можно, значит, какие-то особые интересы превратить в всеобщие и начать за них бороться, и затормозить все движение вперед. Поэтому государство должно это сломить, это сопротивление, и подавить такие попытки. Но если это для человека не главное, а второстепенно в его деятельности, то это не подавление человека, а освобождение человека от его недостатков с помощью государства. А если для человека это делает для себя, а это главным, вот эту линию, противодействовать в этом движении вперед, тогда это подавление этого человека. В том числе самое, что ни на есть, может быть, жесткое подавление. И ничего тут другого не получится. Ну вот я считаю, что мы так, очень интересное место сейчас изучаем. Очень интересные и очень важные, потому что люди-то слышали все про противоречия, говорят про противоречия, но это как-то вот ходульно получается. Есть одна сторона хорошая, другая сторона плохая, а здесь стороны, каждая сторона, она включает все вот эту, всю противоположность. Противоположность, в котором еще каждая сторона целая противоположность. Но они, вы хотите сказать, одинаковые, они не одинаковые же, Иван Михайлович, одинаковость ведь только с неодинаковостью. Если вот капиталисты и рабочие это одинаково охватывает все противоречия, но они и не одинаковые же при этом. Все-таки одни рабочие, а другие капиталисты. А в чем не одинаковость? А в том, что у них отношение-то одно, и труд один, а труд, между прочим, только рабочих. И в этом их единство, что одни только живут за счет рабочих, рабочие, и капиталисты только за счет рабочих живут, за счет рабочих. А одни получают свою... так сказать, часть необходимый труд, а другие прибавочные труд. Это не одинаковость. Но они одним и тем же трудом живут. Они все вот, все они вот кормятся за счет рабочего. И все помощники буржуазии, в том числе и та буржуазная интеллигенция, которая помогает, тоже кормится за счет рабочего. Они все в троечном единстве. Как вообще все паразиты? Они только паразиты могут жить только благодаря тому, кого они едят. Почему там Ленин говорил, что богатые жулики, тунеядцы и хулиганы, враги социализма и враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. И всякое нежничание, всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом. То есть паразитов подавлять. А иначе паразиты будут подавлять. В этом состоит их функция. Они подавляют как могут. Михаил разочаровался. Да. А? Стал собираться, разочаровался. Стал собираться. Начали говорить про интеллигенцию. Люди в очках волновались. Плохо стали реагировать. Мы слепались. Да. Так, какие у нас есть? Вопросы есть какие-то еще? Следующее занятие как? А? Следующее занятие. Ну, следующее занятие, вот что мы должны сделать? Вот мы должны снова, наверное, поэтому пройти по вот этим категориям и рассмотреть противоположность и противоречие. Правильно? А в противоречии там есть такое понятие, как... исключающая рефлексия. Слово «рефлексия» мы уже знаем. Исключающая. То есть каждая сторона противоречия исключает другое. То, что вот Иван Михайлович, он вперед, он бежит, он как раз хочет. Он... единство ему не нравится. Но единство-то какое? Исключающее. Капиталист исключает рабочих. Правильно? Как он исключает? А тем как забирает? Тем маленький. Как? Исключает, потому что у них забирают. Чем, как, сколько он может забрать, столько и забирает. Это исключение. И дали бы ему волю, он бы все забрал. Ну, прокол-то он оставит? Нет. Нет. Вот феодал не может исключить полностью, феодал оставит. Потому что... а капиталист нет. Придут другие, а эти пусть умрут. При капиталистах рабовладение развилось
снова. Первый том «Капитал». Снова развилось рабовладение, так сказать, и Англия, в которой промышленное производство быстрее всех было развито, она занималась работорговлей. Она забирала людей из Африки и торговала ими для Северной Америки, для Южной Америки, для плантаций, для начала капиталистического накопления. Капиталистическое накопление везде было с использованием рабов. И белые рабы были. Кроме России. В России не было. Россия вообще отстает от демократии полностью. От западной, там все на рабовладение, как в Древнем Риме и в Древней Греции, там все очень солидно, а у нас не солидно все. У них классика. У них классика, да. Классика. Причем, вот сейчас вышла книга новая, которую я вам дал, про пределы капитализма и прорывы социализма. Там есть статья Зарасова, посмотрите. Итого было уничтожено 100 миллионов человек в связи с работорговлей, то есть войны, с помощью которых захватывали этих самых рабов в Африке. Потом, значит, они помещались, считай, в концлагерь, только не называлось так, а просто место было такое, где они ждали погрузки на корабли. Потом они погибали в кораблях, а потом у них средний возраст жизни был примерно 7 лет. Потому что если я капиталист, ну, будут новые рабы, вы же не считаете. Это вот феодал тот считал, мой крестьянин умрет, что я буду делать? Я буду тогда бедный. А капиталист его умрет, новый придет. Сейчас вот гастарбайтеры. Почему, скажем, эти, с одной стороны, они вроде так говорят, что это беда, горе, я имею в виду тоже Меркель и других. К ним приходят эти новые, пусть они работают. Они их нещадно будут эксплуатировать, выбрасывать их на помойку и держать их в узде. Государство у них сильное. Поэтому пришли новые люди, новые прибавочные приходят. Новые люди для эксплуатации. Очень хорошо. Свои уже избаловались, так сказать, требуют высокую зарплату. Можно и своим зарплату под эту дудку. Да, попустить, конечно. Ну, зачем? А то они, вот, вон, видите, значит, хочу получать зарплату. А вот сзади будет стоять 15 человек. Мне будете требовать такие деньги. А чем много там стоит теперь желающих работать? Очень много, очень хорошо. Так и мы не видим это, уже там о 40 часов рабочего во Франции заговорили, то есть как возвращаться. Да пора уже, конечно, что. То есть как-то уже надо возвращаться. Да. То есть не так прогрессивно, как просто. То есть исключающий рефлекс означает, если с другой стороны нет исключения, то есть противоположная сторона, рабочий класс, а мы сейчас в Европе не видим каких-то мощных движений. Какие там мощные движения сейчас? Никаких особенно мощных и мощных забастовочных движений нету. Поэтому, а? Гомосексуалисты с флагами ходят. Да, вот гомосексуалисты, те, да, мощные, выступают с подарами, под радужными знаменами. Да, они находят у нас поддержку. Это все. Гомосексуалисты всех стран, соединяйтесь. То есть, вот исключающая рефлексия, это проблема, над которой надо подумать. Исключающая рефлексия. То есть одна сторона исключает другую. А как вы понимаете все, вот если у нас противоположность, либо я, либо он. Но вот он же борется, поэтому я его не просто исключаю, а эксплуатирую. То есть тоже хорошо. Даже хорошо, что он борется. Не дает я, так бы и мне не остановиться. Потому что если цель капиталиста – прибыль, то ему не остановиться в этой погоне за прибылью. Но его останавливают рабочие. И так поддерживаются отношения. Сущность-то одна. А сущность – это капиталистическая сущность, сущность капитализма, а не сущность рабочего, и не сущность отдельного капиталиста. А сущность у них одна – капитализм. Правы те товарищи, которые говорят, что не надо сейчас бороться за какого-то договора, и надо, чтобы положение рабочих всячески ухудшалось, когда не по выбору, то и капитализма не будет. Нет, революционные марксисты так говорят. Это не революционные. Революционных марксистов не будет, а рабочие-то будут, приперезут. Повымрут, я заметил, вы сказали, они вымрут. А повымрут – это противоположность категории вымрут. Повымрут – то есть уменьшится какое-то количество, да. А так и есть, а так и идет. А что, у нас не вымирает, что ли? А что у нас было с 90-х годов до сегодняшнего дня? У нас было вымирание рабочего класса и вымирание населения России. Сегодня что-то изменилось? Да, сегодня изменилось. Сегодня у нас почти нет вымирания, по крайней мере, вопрос от рождаемости и смертности на уровне как бы ошибки или прибавки, или описки наших статистических учреждений. То есть мы не вымираем, но не прибавляем. Но не прибавляем, но и не вымираем. Это вместе с приездом гражданами.
Конечно, с приезжими. Население России с приезжими считается. А как же? Поэтому мы сейчас зовем всех в Россию. Так вот за счет них и не... Да, хорошо. Да капитализм ему, вот и хорошо. Капитализм и втягивает весь народ, все страны народа соединяет. Отсюда, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Приезжайте к нам, мы будем вас эксплуатировать. Что плохого? Чего? Почему не эксплуатировать? Вот у нас к нам приезжают узбеки, киргизы, таджики. Вот. Латвийцы, значит, из 3 миллионов, 1 миллион уехал уже в Европу, причем самые молодые. Да, в Западную Европу, так. И они же в Европу вошли. Для чего вошли? Горшки там, это они заработали на крупнейших предприятиях. Они делали, между прочим, электрички, радиоприемники, они делали микроавтобусы. А теперь они моют там горшки. Зато, да, они стали свободными. Творческая работа. Можно его так мыть, можно так мыть. Так что вот такая картина. Ну, то есть это интересно, это обогащает наше понимание вообще классовой борьбы, конечно. То есть как понимать это, и что ясно из этого, что, скажем, почему нужно классы уничтожить? Не, классы уничтожить – это уничтожить деление на классы, а не то, что вы, вовсе это не означает, что нажать на каких-то представителей класса. А бороться надо… Уничтожение классовых различий. Нельзя различия уничтожить, Иван Михайлович. Если классы останутся, различия вы не уничтожите. Классы надо уничтожить, тогда не будет и различий. Не бывает классов без различий. Вы как-то хотите... Если классы будут, то будут и различия. Как будто можно уничтожить различия без классов. Это, значит, такой стыдливый такой поворот. Он смягчает как бы... Классы уничтожить, это упадет на землю? Где вы прочитали про классы? Где вы прочитали? Где вы? Нет, это он не класс уничтожит, он землю уничтожит. А класс он не уничтожит. Они так и останутся в истории, как существующие. Да, не уничтожит он классы. Уничтожение классов означает уничтожение классового деления общества. Больше ничего. Уничтожение классового деления общества связано с увеличением свободного времени и с общественной собственностью, и с ликвидацией порабощающего человека разделения труда. Вот что такое уничтожение класса. Деление означает уничтожение классов. Уничтожение разделения труда между людьми означает уничтожение классов. Да. А классовые различия – это вот некое смягчающее, так, а еще более смягчающее – стереть различия. Такое было при хрущевский период и брежневский. А стереть различия, вам привожу пример. Вот лист бумаги, значит, верх закрашен синим, низ – желтым, а различие стерто, зеленое будет. Вот это стертые различия. Вот что такое стертые различия. Вот различия у нас уже стерты. У нас есть такие рабочие, которые много получают, такие капиталисты, которые мало получают прибыли, средний класс, так называемый, который посредине болтается и который, так сказать, все время расслаивается. Но на самом деле вот у формула очень точная у Ленина – уничтожение классов. И нигде у него классовых различий вы такое не возьмете. А различия между городом и деревней – людьми физического и умственного труда. Но это уничтожение классов в этом состоит, а не уничтожение различий. Как бы различия уничтожить без классов нельзя. А уничтожить классы – значит… Значит, вообще надо решить позитивно. То есть вот здесь вот тоже видно, что такая негативная задача связана с позитивной. Что значит уничтожить частную собственность? Почему коммунизм можно назвать одной фразой выразить учение коммунизма? Уничтожение частной собственности. Как можно уничтожить частную собственность? Что, отнимать объекты собственности и сжигать, что ли? Или что? Надо сделать общественную собственность. Только создание общественной собственности на средства производства уничтожает частную. А уничтожение классов с чем связано? С колоссальным развитием производительности труда, в том числе на том базисе, который создает капитализм, и с увеличением свободного времени, и с ликвидацией разделения труда между людьми общественного. Вот такая штука. На этом позвольте и закончить тогда. Сколько? 14 минут переработали.